Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Российскому актеру Андрею Мерзликину, который сообщил, что незаконно пересек молдавско-украинскую границу, может грозить штраф в размере около 2000 долларов или лишение свободы на срок до 2 лет. Об этом сообщила глава пресс-службы пограничной полиции Молдовы Раиса Новицкая, передает rio.ru. Мерзликин, которому украинские власти запретили въезд на территорию страны 5 мая, написал на своей странице в Инстаграм, что во время визита в Молдову пересек в поле государственную границу Украины. Если будет установлено, что он нарушил государственную границу, то актер будет наказан в соответствии с 362 статьей Уголовного кодекса Молдовы, касающейся незаконного перехода госграницы. Эта статья предусматривает выплату штрафа в размере до 750 условных единиц или около 2000 долларов, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет, сообщил Новицкий. По ее словам, сотрудники погранполиции Молдовы изучат ситуацию, чтобы определить, действительно ли Мерзликин незаконно пересек границу республики.